Привет! Вы на канале Евкин ТВ. И сегодня с Евой мы будем лепить свечку. Покажи, какая свечка у нас есть. Ух ты! Давай мама покажет, какая свечка. Давай? Да. Мы тут думали-думали и решили не идти легким путем. И мы не будем лепить барашка, мы сделаем Hello Kitty. Правда, тут у нас возникла проблемка, что у нас нет розового цвета. И мы решили попробовать белый цвет покрасить в розовый. У нас есть краситель вот такой красный. В общем, если добавить немножко розового, то получится... Ой, немножко красного, то получится розовый. В этом наборе идут... В общем, это мягкий воск. Да! Ура! Это мягкий воск, который можно лепить руками. То есть он как очень твердый пластилин. Идут вот такие вот 4 пласта, нет, 5, 2 синих, из чего будет основная свечка, зеленый, желтый и белый, и вот такой вот фитиль. Начнем? Да. Да, дай 5. Опа! Так, давай мама развернет. Сейчас мама даст тебе поиграть. Какой он интересный. Он, ну да, это в принципе воск, просто он мягкий. Его надо, написано, что его нужно разминать и лепить из него как из пластилина. Так, вот тут сзади на коробке нарисовано, что нужно делать. Для начала нам нужно отрежьте по 2,5 сантиметра по короткой стороне от двух пластин синего воска. Скрутите фитиль вдвое, расположите фитиль вдоль длинной стороны синей пластины. Скрутите поперечно обе пластины синего воска по длинной стороне. Аккуратно загладьте шов. А зачем отрезать, я так и не поняла. Ну, надо так надо. Начнем? Да. Да. Сейчас, давай. Ой, бумажку-то мама не вытащила. Я так поняла, что нужно вот так вот совместить две пластины. Хорошо. Сейчас мы с тобой. А где твой ножичек? Где твой? Резать ты чем будешь? Тыка. Где? А? Нет, тыка. Сейчас найдем. Ой, та-дам! Ну давай. Стой. Интересно, а если вот просто жалко как-то резать его? Зачем его резать, непонятно. Может, не будем? Нет. Или там, блин, немножко на глазки надо. Ну, давай, все это. Только на глазки. Стой, там не режь, подожди. А теперь нужно вот это вот скрутить. Мама скрутит. Весь стол нам покрасила эта свечка. Ну ничего, мам потом помоет, не переживай. На тебе ножнички. Сейчас будешь лепить солнышко. Молодец. Держи. Вот это мне. Вот, это пустили. Мама. Да, ты сама лепишь, солнышко. Молодец. А я пока заглажу. Написано, что нужно загладить шов. Во. Что ты там делаешь? Ты режешь, солнышко делаешь? Да ты ж мой зайчик. На картинке нарисован,
носик свечки остренький. Вот я сейчас тоже попытаюсь его сделать, но не знаю, что получится. Если честно, он такой мягкий, мне кажется, он прям как пластилин, как твердый пластилин. Очень странный воск. Может быть, нужно, чтобы он... Вот он еще от тепла рук тает. Жарко. Вот. Как надо шарику? Покажи. О, вот это да! Ну вот такая вот основа получилась. Основа — это сама свеча. А теперь мы ее будем... На, посмотри. На. Это ты уже солнышко прилепила. Ну-ка, покажи. Покажи. Ай, красота. Давай мама немножко поправит. Давай? Да. Давай. Мама. Это сейчас будет травка у нас. Да? Да. Травка зеленая. Он, Ева, помогает мне травку там лепит. Какая красивая травка у тебя, доча. О, на лицо не надо, ты чё? Теперь мы попытаемся покрасить белый цвет в розовый. С воском такая процедура не получится. Получилось, ну, в принципе, розовый, но очень грязно-розовый получился. Ну, я думаю, что нашей Hello Kitty будет прекрасно себя чувствовать в желтом платье. Красный у нас не получается. В общем, мы слепили вот такое вот платьице. Сейчас будем прилеплять его к свечке. У нас она, Hello Kitty, будет сидеть на травке, как будто бы. Мама, сейчас, доча. Смотри, какая киса у мамы получилась. Сейчас надо приделать носик и глазки. А, еще усики. Приклеивай кисе носик. Ай, молодец. Давай, мам, поправь. Вот как Ева приклеила носик. Где? На, глазки. На. Вот так. Приклеивай глазик. Где глазик должен быть у Hello Kitty? Знаешь? Вот. На второй. Ай, да умница. Дай посмотрю. Мимо. Мимо? Да. Ну, мама поправит. Немножко мимо получилось. Мама поправит, не переживай. Ну, в общем, вот такая вот... Как бы Hello Kitty у нас с Евой получается. Мама, смешная, но если честно, очень жутко неудобно мама, с него лепить. На, смотри, какая киса. Бантик будем лепить? Да. Вот такая свечка у нас получается. Ева тут активно помогает маме. Это солнышко. Давай вот так вот лепим. Вот так лепим. Вот. Все, сильно лепим. Ай, красиво как! Лепи сюда. Покажи, какой цветочек. Вот какой цветок. Я вас сама его слепила. Слепила эту клюшку. Вот. Такая красота у нас с тобой получилась. Смотри. Покажи, сзади там облачка. Вон мы сделали цветочки. Зажигать будем? Так, подожди, не дуй пока. Подожди, не дуй.
Не дуй, не дуй, подожди. Да? Классно, тебе нравится? Нравится? Да. Хочешь дуть? Да. Раз, два, три. Оп, еще раз давай. Пальчики не надо туда. Не надо туда пальчики. Давай, дуй. Это воск капает. Воск плавится и капает. Опа-на! Ура! Еще хочешь? Да. Ну, давай. Убирай пальчики, не лезь туда. Ты что? Вала будет, там же горячо. Раз. Ты же не посчитала еще. Стой, давай свет. Стой, подожди, давай свет выключим. Давай помашем. Пока-пока. Пока-пока. Скажи, ставь лайк. Подписывайся на наш канал. Да. Пока-пока. Дуй. Сильно-сильно дуй.